там, где ты родился. Я родился в Фергане. Это русский город в центре Азии, построенный Скобелевым в свое время, несущий на себе его печать, его архитектуре, его людях, которые там живут, жили тогда, которые меня окружали, вот, среди которых я как ребенок формировался. Та многонациональная среда, которая была в нашем дворе, я жил в самом центре Ферганы, вот напротив нашего двора был вход в парк культуры Горького. Почему-то все парки назывались Горького в Советском Союзе. У него такая должность была заведовать всеми парками. Вот колхозы были именно Сталина, Ленина, ну Горького отделяли культурную часть парки, да. Вот. И, в общем-то, в культуре узбеков, там, таджиков я как бы с детства не прикасался. Я рос в русском городе. А к культуре стал прикасаться уже позже, когда уже определился профессионально как художник, и меня стала интересовать традиционная культура. Это уже после того, как я закончил музыкальное училище, потом закончил Новосибирскую консерваторию, где я определился уже, что я хочу быть художником точно. Значит, там, когда я познакомился с профессиональными художниками, интереснейшими, такими как Николай Грицук, который вот его работы, они мне душу всю перевернули. Я уже решил для себя, я хочу быть художником, я хочу быть таким, да. И уже интерес к традиционному искусству побудил меня знакомиться с этим искусством в музеях, на базарах, а позже уже в экспедициях его исследовать. Вот традиционное искусство, получается, народов Средней Азии, потому что там были в таком котле Фергана, это узбеки, таджики и киргизы. Да, она тоже, одна Ферганская долина уже сколько? Три культуры. Да? Причем узбекская там с таджикской смешанная очень сильно. Когда я уже стал намного старше, я раньше думал, что все вокруг одни узбеки. Значит, а различать, что там все, кто вдоль рек живут, это таджики, которых сделали узбеками, которые говорят на трех языках, у них родной персидский, фарси, значит, потом узбекские, они вынуждены живут на территории, еще русские, потому что они живут в Советском Союзе, владеющие тремя языками народ, да, это мои друзья-мастера из Риштана и прочее. Вот, поэтому, как я, должен сказать, что депортация, любое явление, оно имеет две стороны, да, вот, как монета, как медаль, да. Я родился, вот я уже потом уже это осознавал, что я родился вместе совершенно фантастически потрясающих культур народов, вот этих азиатских, традиционных культур. Это просто фантастика. Если бы я родился здесь, в Крыму, то, конечно, я бы такого опыта не приобрел бы никогда. Мы приобрели там опыт, значит, для меня важно вот этот культурный, да. Еще очень важный момент, это просто вот человеческие взаимоотношения. В Средней Азии это совершенно другое, да. Это вот древние восточные культуры, это исламская культура, когда ты в любой дом приходишь, ты гость, тебя принимает. Вот это вот человечность, радушие людей многих национальностей. Это и узбеки, и таджики, и киргизы, и бухарские евреи, то есть все друзья, которые у меня были, и даже русские, которые в Средней Азии живут, это уже другие русские совершенно, они уже перенимали, значит, вот эти вот какие-то моменты, и им было очень, я помню вот эти все рассказы, как им трудно было возвращаться в Россию, там их не принимали, потому что они были уже чужие по своему менталитету, они полностью как бы перестроились уже совершенно. Вот это вторая сторона. Человеческое, и еще, там, где детство твое проходит, когда ты ребенок, ты не знаешь никакой политики, ты просто живешь среди там друзей, в этой среде, в этом ландшафте, в этом климате, там находишь место, где сорвать ягоду с дерева, где искупаться в какой луже, значит, там, где бегать в трусах босиком, вот, но природа.
еще горы, вот эти невероятные, вот у нас в Фергане, там рядом Шахимардан, мы с Ферганы видели эти семитысячники. Мы, конечно, на них не поднимались, но под снег летом каждый год мы ходили в это путешествие свое. Я начал это с возраста, наверное, где-то 16-17 лет. Каждый год ходить в горы. Да. Все. Каждый год мы ходили в горы на неделю как минимум. Я потом уже, когда сын у меня вырос немножко, даже вот уже даже с дошкольного возраста у меня есть его фотографии с рюкзачком. Вот. Это была такая встреча с природой, общение с природой и невероятная подзарядка энергетическая. Потому что энергетические горы — это просто что-то. Тоже так же, такая же фантастика. То есть вот и сама природа, может быть, и культура, вот эта вот вся сила, мощь. Вот за мной джизакская Сюзанне, да, какая сила, мощь этой культуры, какая сила, мощь этой традиционной культуры, которая сохранилась как нигде. Может быть, мы видим вот в России разрушенную культуру. Россия первая пострадала от большевиков. В Украине они сумели как-то сохранить сейчас. В большей степени, допустим, каждый регион, каждый район свою культуру. Вот. Но советская власть разрушала культуру. Средней Азии она как-то вот в глубинках сохранялась. В непромышленных зонах. Вот мне пришлось ездить в экспедиции, я видел этот живой океан искусств. То есть вот эти три, может, четыре составляющие, да, это просто детство, которое прошло в какой-то среде. Каждый помнит своих друзей. Каждый помнит вот эту среду, которую каждый человек, как некое дорогое, несет в себе. Да? Оно прошло там. Это люди самых разных национальностей. Это мои друзья, это мои коллеги, это мои сокурсники, это мои ученики. Вот. Там прошло 40 лет моей жизни, где мне удалось там достаточно много чего и сделать. И сформироваться как художнику. После музыки я снова получил образование наше художественное в том же училище, где мог 30 лет поступить. Значит, 10 лет там проработал. У меня уже ученик Юра Усинов, значит, и не только он один, значит, я успел там обучить ребят. Я успел создать там и живопись, и в текстиле создать. То есть за 10 лет, как я вот училище закончил в 80-м году, а в 89-м я уже уехал в Крым. Да, 9 лет всего получается, да. А вот за 9 лет было очень... Ездил в экспедиции, и в научных конференциях меня от Института искусства знания 2 раза участвовал в Баку и Санкт-Петербург. То есть таких 9 лет было насыщенных. И ребенок у меня вырос там, и семья, и все. Вот это вот такая очень активная. И живописью уже занялся, уже первые мои выставки были в Ташкенте, уже она признана была, вот. Как-то невероятно все это было сконцентрировано. Еще раз, детство, люди, фантастическая природа и фантастическое искусство. То есть вот, о Средней Азии самые как бы теплые воспоминания. И о Крыме мы поговорим потом, после обеда. Давай, сейчас вот пока. Я расскажу, как раз связаны и с Крымом, и с Узбекистаном. Я тут сразу первый день, чтобы в 100 раз не готовить еду. Нам повезло, что есть. Видишь, я с Узбекистана даже там с детьми даже. С детьми, во, я так хотел подсказать. Родители говорят, вот ферганская коллегия. Это только ферганская коллегия? Да. В Ташкенте нет. Вот как-то в других регионах там. Да, немножко. А вот ферганцы, они даже в этом. Кстати, вот литературный язык узбекский — это именно ферганский диалект. Да. Интересный язык.
мало разговаривают, но на мне я традицию сломал, и уже мои дети уже не надо идти на себя, но я со своей мамой последний из всех, кто надо с мамой пока шел до твоего дома, читал много объявлений, дома продаются. И думаю, почему? Или это естественный процесс такой? Или связано все-таки? Да, здесь постоянно что-нибудь продается, да. Что-нибудь покупается. Как везде. Я не думаю, что особенно что-то в этом плане поменялось. Участки продаются, тем более здесь дача больше, чем в селе. Не каждый хочет его обрабатывать. Тем более сейчас новое законодательство, если ты у него не обрабатываешь, у тебя это российское законодательство такое. Целевое назначение. Под дачу. Вот садово-огородный участок. Но это идет уже как дом? Да. Нет. Садово-огородный участок. Да. Берешь. Вот. Дача дом. Но это в первую очередь назначение садово-огородного. У нас товарищество, как называется, товарищество собственников недвижимости. Но раньше это было садовое товарищество. Какое же назначение у каждого участка собирается? Ну и теща просится, хочет в Крым. Она не была? Нет, каждый год приехал, я имею в виду, она приехала. Дочь? Теща. Да, и меня это уже 10 лет. Ну, в принципе, сейчас. Говорит, Рифат. Она где живет, дочь? Где что здесь? Квартира. Квартира есть, но. Она на меня смотрит, чтобы я. Я понимаю. Конечно. Вопрос не в этом. Потому что если. Рассчитывать. И сколько стоит такая квартира в Ташкенте сейчас? Нет, квартиру не она не будет продавать, у нее дочь остается. Дочь в квартире, а потом, если я буду дом покупать, то квартиру тоже не будет. Дома не дешевые. Я знаю. Квартиру я тоже не собираюсь в Ташкенте. Продавать я буду я. Просто домик какой-нибудь. Уделение у моря. Условно. У моря, да. Смешно это. Кара-Денис. Чем у моря, то тем дороже. Кара-Денис. Чем у моря, тем дороже. Я в Искуте не был, хочу в Искут поехал. Тем более в Искуте. Вот, в Искуте. Она Ускутская, что ли? Нет, я уже как-то с Искутскими общался, очень плохо. Сам не был. Видел ее на фотографиях, да, это, до военных. Для революционной картины художников, сейчас в моем понимании. Там горы. Ну, горы, море. Море. И то, что как раз то, что море. И деревня. В смысле, от основной массы вот этой туристов. Это немножко она как бы. Был или не был, я не помню. Я тоже еще не был, может, но хочу посмотреть. Может, был, ну, как бы для меня
Я был коротко, и для меня разницы нет, что Чукозень, Гродень, одно и то же, то есть берег, город. Старая архитектура не сохранилась. Современные постройки без разницы. Да уже. У меня приятель есть. Да, ну ты должен знать, ну все, Марахас. Нет, я никого не знаю. Я знал одного, у нас работал Челингир, например, но куда он сейчас делся. Не слышал, правда, нет. Училище историю преподавал. Ну, жена русская была, двое детей, парней. Куда он, чего, что, непонятно. Саша Куприн. Мы с Сашей друзья были с училища. Саша до сих пор там же работает. Да, да. Он все время был больной, страшно. Я думал, что он 100 раз уже умер. А я его смотрю. Он до сих пор. Он не изменился. Страшный он даже больной. Не изменился. Точно даже не изменился. Абсолютно. Как 25 лет назад. Мы сегодня смотрим. Как был Саша Куприн, так и остался. Страшно больной. Да, да, да. И как будто он законсервирован. Ну, время сходил, страдал, кашлял. Ну, он на свай курил, а сейчас на свай бросил курить. Вот, а я как раз на свай. А ты, я смотрю. Мы смотрели такие сигарет переходят на свай, а потом просто. Да, это уже. Раза 3-4 месяца. В 97-м последний раз бросил, короче. 20 лет мой праздник. Бросил курить, бросил употреблять алкоголь. Я тоже. На следующий год. Ты пить бросил? Билет. Уже лет 7 не пью вообще. И Саша бросил, да? Да, хорошо. Значит, все южнобережные ну, села, они были на склонах, вот так вот, да, крыша, похоже, да. Крыша, этот двор, вот там четко эту особенность нарисовал, этот график, европейский график, там у него имя есть, какой-то немец. Ну, минимум на пару дней он заведен. Никто не прогноз, знает. Прогноз. Да. Такой, да. Хотя здесь, говорят, самое неблагодарное дело именно в Крыму прогноз погоды. Потому что он так резко меняется. То солнце, то это, то ветер. Здесь очень изменчиво все.
А вот этот дождь может вот там 20 метров от тебя пройти, и все. Практически это. Так что перевальное, вот тяжело, большое. Первый раз в Крыму. Ты первый раз, да? Да. Я сейчас тебе одну историю расскажу. Я учился в 22-й школе в Кыргызстане. А там скопление как раз крымчуков много было, именно в этом районе. Крымчуками кого называешь? Крымских татар, да. Правильно. Вот видите, как он называет правильно? Крымчаки. Сейчас крымчаками называют евреев, причем которые отказались от своего еврейства. А, караимы, да? Нет. А кого? Нет, нет. Это отдельная тема, тема ты запишешь. Ладно. Половина крымских евреев. Это крымские евреи. Как вот бухарские. Потому что, вот когда ты заговорил о татах, я сразу встрепенулся, потому что я знаю, что в Дагестане таты это как раз горные евреи. Горские евреи. Да. Как они называют горских евреев? Так. Но среди крымчаков тоже таты есть. Мне казалось, что таты эти вот как бы... Нет, 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 нет. Как, тата это, как наши вот, Ногаи и нет, те нет, тата это горные прибрежные. Потому что это были, да. Они не входили в состав Крымского ханства, 7 лет всего. А потом всех, кто остался здесь, принял ислам, назвали татар. Мустафа, например, Джемель, когда говорил о своем происхождении, он говорит, я из генуэзца. Ну, Асирес, генуэзское да. село. Мало того, мы точно знаем, вот под Бахчисараем есть Сюрташ. Знаете Сюрташ? Это по документам Крымский хан отдал это генуэзцам, там потомки генуэзцев. Как оно сейчас называется? Не знаете? Это село? Как бы не Турбинка. Может, Турбинка. Острая скала, Сюрташ, острый камень. Там камень торчит. Такой, но с топонимикой это или тоже отдельно, потому что может здесь... Может быть белокаменка. Может белокаменка. Нет, подождите. Это вот Сюрташ находится от Танкова на той стороне реки. Что там? Тургеневка? Да. Тургеневка, Белокаменка. Белокаменка, Белокаменка скала, тоже там. А Тургеневка, да, рядом. Ну, километр там всего. А вы все время про Белокаменку говорите? Торчащий камень в Белокаменке. Я хочу сказать, что другое, что вы там говорите про родственников. Просто Сюрташ, я вот не помню, отец говорил, то ли это была Тургеневка, то ли это Белокаменка. Это вот какое-то из этих сел. Я уже. Я вам другой вопрос задаю. Вы часто, когда говорите о том, где вы жили, там Белокаменка фигурировала. Белокаменка, это мои родственники, дядя, бабушка, дядя живет там, в Сюрташе, да, получается. Вот, да. А я топонимически не мог связать с какой-то местностью. А что-то называлось Туле. Туле это вдова, Туль. Есть даже вот, это, по-моему, вот это вот так, дачная, где Туль, я вот это Туле, это по-моему, бывшее название вот этого. Ой, подожди, как мы ездили туда. Я ездил за Мариной, как оно называлось? Если с Риштана туда, в горы, в Киргизию, там какое-то место, как оно называется? Он, блин, уже из головы вылетает совершенно. Ух ты, там кусочек Узбекистана, одно село такое. Не помнишь, да? Такое вкрапление. Сох. Сох. Вот, мы были в Сохе, в селе, они говорят, что раньше называлось Туль, вдова. А сох, слово само, обозначает пепелище. Видимо, там когда-то что-то сожгли. Таджикское селение. Да, там таджики. Ну и всех их называют узбеки. Их просто как бы обузбечивают. В паспортах писали, что они узбеки. Ассимиляция. Сюда, это ваше. Ты наелся? Да. Ну и что ж ты? Убираем. Шавон. И пьем чай. Да. А шо сон? Шавон. Чай сейчас.
Заряжается. Заряжается? Угу, заряжается. Это еще одна тема. Я сейчас скажу, что для меня Крым. Угу. И вот эти вот караимы, крымчаки, это отдельная тема хорошая. Да. Чайники надо дизайнерам руки поотрывать, потому что они не знают, как сделать носики. Наши ребята делают чайники с правильными носиками, а там ни одна капля не, попадает, не выпадает, понимаешь? А эти заразы вот надо бы выкинуть и купить нормально. Дождь лупит, надо же, что будет, это же там сейчас все реки взбухнут. Да. Посмотрим, что у нас там будет, что-то будет. Вода ведь, ну.